Телеканал КРТ представляє. На совете, мягко говоря, люди начинают чего-то лишаться. Вот решение проверить Ньюсван только за то, что журналисты назвали, не только вы, но и Пиховшик, назвали действия Серненко убийством. Так это, кстати, квалифицируют и следственные органы. То есть иначе, чем убийством, это назвать нельзя, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Уголовному кодексу. Второй вопрос – обстоятельства убийства, они должны быть расследованы. Но то, что это убийство, потому что погиб человек, если человек погиб насильственной смертью, это убийство. Это понятно всем в этой стране, кроме отдельных персонажей в Национальном совете по радио и телевещанию. Я сегодня буду говорить с Потураевым, буду говорить с главой Верховной Рады Украины Дмитрием Александровичем Разумковым. Мы должны немедленно реализовать наше право ротирования членов нас Рады. Они просто нас позорят. Стосовно КРТ, чи є шанс, скажімо... Я надеюсь, что в суде вы отстоите свои права. Я сказал, я готов прийти в суд защищать ваши права. Телеканал КРТ представляє.